Всем привет! Сегодня у меня для вас распаковка одной посылочки. Нашла себе супер шорты джинсовые на лето. Почему так говорю? Потому что я уже, конечно же, эти шорты доставала, примеряла на пункте выдачи и знаю то, как они сидят, поэтому я так говорю. Заказывала данные шорты на Wildberries. И вот что тут пишут. Шорты с тремя пуговицами. Династия Стайл. Размер 44, голубые. У продавца было две расцветочки. Я выбрала себе светло-голубые. Они мне понравились больше всего. Вообще, в принципе, мне понравились обе расцветки, но именно светло-голубые я себе хотела. Поэтому на них я остановилась. И пока еще не достала, сразу хочется отметить плюсы данных шорт, которые я для себя отметила. Это то, что они с очень высокой посадкой замечательно скрывают все, что не нужно. Показывает, все перекрывает. И также они укороченные, но не вываливается оттуда ничего лишнего. То есть попу не видно. У данных джинсовых шорт имеются три пуговки. Вот так вот все это прорезано. Также имеется замок, карманы спереди, карманы сзади. Вот, и отвороты. Также один из плюсов это то, что здесь все подшито снизу, ничего не отворачивается, и все фиксируется надежно, и все достойно смотрится. Вот так вот все это выглядит. С другой стороны, точно так же. У данных шорт ткань плотная, не тоненькая, ничего не просвечивает. Также хочется отметить, что они не сильно эластичные. За счет этого, мне кажется, они будут служить намного дольше, потому что, как правило, если ткань не сильно эластичная, то она не расходится вот такими полосками и очень-очень долго служит. У меня уже есть в своем гардеробе парочка подобных шорт с минимальной эластичностью джинсы. И вот они у меня служат уже, наверное, лет 5-6 точно. На этикетке написано все то же самое. Хлопок 95, полиэстер 5%. Настя стала шорты. И то, как нужно ухаживать за данными шортами. На самом деле, шорты выполнены классно. Посмотрите, тут даже на талии все швы обработаны. Косой беечкой, ничего не торчит, не выглядывает. Строчки ровные. Да, есть небольшое количество ниточек, но это не критично. В принципе, их всегда можно подрезать. Я на это вообще не обращаю внимания. Также здесь все хорошо обработано. Это самое главное. Замок не заедает из плюсов. И пуговицы фиксируются, проходят здесь тоже очень легко и хорошо. Вот одну пуговку вам застегну, покажу, как это выглядит в деле. Ну и, конечно же, давайте покажу, как эти шорты смотрятся на мне. Как вы, наверное, уже поняли по моему настрою, они на самом деле мне очень понравились. Естественно, если бы они не понравились, то я их не выкупила, там же я оставила на пункте выдачи. Мне кажется, они очень хорошо сидят. У них высокая посадка, за счет этого, если у вас имеется небольшой животик, то все это замечательно скроют, также зафиксируют и ничего лишнего не будет выглядывать. Как уже сказала, мне нравится то, что они не сильно короткие и попу не вываливаются. Все вполне достойно и эстетично. Это, конечно, мое мнение, но обязательно пишите, что вы думаете по данному поводу. Ну и на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Вот таким коротеньким оно было. Напоминаю, ссылочку на данный шорт оставлю в описании. Проходите, смотрите, заказывайте. У меня размер 44, мои параметры. Талия 60, бедра 92. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.